Мы, христиане, тратим большинство своего времени, сил, энергии, ресурсов на то, что мы даже не сможем вспомнить в конце нашей жизни. Мы живем так и убеждаем себя, что это норма. И мы жалуемся, что часто в нашей жизни что-то происходит не так, как мы хотим. Мы вдруг замечаем, когда наши дети перестают посещать наши собрания, думая, что с ними что-то произошло, начинаем переживать. Но мы даже не подозреваем, что наши дети поменялись уже давно, просто не могли набраться смелости в этом открыто признаться. Ты знаешь, самая большая глупость – продолжать делать то же самое, надеясь на другой результат. Мы привыкли плыть по течению, как все, но по течению может плыть даже дохлая рыба. Мы думаем не о том, что важно, спорим о второстепенных вещах, забывая о первостепенном. Если год прошел, а у тебя ничего не поменялось, ты не вырос, ты не стал лучше, вероятность того, что ты мертв, высока. Ты чувствуешь, что ты живешь словно во сне? Ты чувствуешь, что все стало для тебя обыденностью? Ты привык к комфорту, привык к своему месту, ко времени, к формам. Ты привык к людям, к песням, к проповедям. Ты привык даже к тому, что на собрании нет новых людей, нуждающихся в спасении. Ты знаешь, что это? Это сон. Ты спишь. Я не хочу тебя обидеть. Я хочу достучаться до твоего сознания. Я хочу, чтобы ты проснулся. Большинство христиан проживают жизнь, так и не поняв, в чем их предназначение, какую миссию они должны были выполнить в этой жизни. Они так и не поняли, зачем жили, для чего, для кого. Помни, прожитый день обмену или возврату не подлежит. Чтобы научиться жить правильно сейчас, нужно расстаться с тем, что было вчера. Каждое твое утро, каждый день – это возможность начать жить заново. Но если ты будешь продолжать жить так же и убеждать себя, что все нормально, ты будешь делать огромную ошибку. Ты знаешь, сколько у тебя осталось времени? На что ты его потратишь? Хватит прожигать жизнь на ненужные вещи. Хватит спать, стой, подумай, для чего ты живешь. Ты дитя Бога или нет? Ты наследник Его. А если ты наследник, ты должен жить как наследник, наследник царства Бога. Он сказал, что будет царствовать вместе со своими наследниками. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное», — сказал Христос. Знаешь, если ты начнешь думать, смотреть, мечтать, все начнешь делать с позиции сына царя, все начнет меняться. Это совсем другая ментальность, совсем другой подход. Ты сын царя, так живи соответственно.
и делай все возможное, чтобы Царство Отца Небесного расширялось. И ты сможешь войти в Небесное Царство. Только веру. Вы догадались, про что будет сегодня проповедь? Время. Давайте, у кого есть Библия, откроем Ефесянам 5 глава. Ефесянам 5 глава, 15-16 стих. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавые. Подождите, мы только что говорили, что время справедливое, время точное, время не обманывает, время ставит дедлайн, и оно пришло, и все. В чем лукавство его? Я когда слышал проповедь на эту тему, еще в молодости, и у меня после этой проповеди, это было воскресенье, а в понедельник мне звонит мой друг и говорит: слушай, мне там сказали друзья, что у нас там, где мы жили, недалеко был такой курортный горки, где можно было покататься. И мы любили туда ездить, там 2 часа и можно было поехать и там кататься на лыжах, на сноубордах. Для нас, студентов, это было очень дорого. Нам надо было где-то неделю своей работы заплатить за один день, чтобы покататься 8 часов на этом лыжном курорте. И звонит мне друг и говорит: слушай, в понедельник они делают дисконт 90%. На все. На лыжи, на сноуборды, на этот подъемник. Поехали. И мы собрались вечером, в воскресенье, после этой проповеди. Держите время, мы дни лукавые. 5 человек сели в машину и поехали. Но там было одно условие. Билет надо было купить до 8 часов утра. А после 8 часов 100% мы платим. А до 8, кто покупал, с 7 до 8, у нас час был времени, там стоило $100, ну так, для нас было понятно. За $10 катайся целый день. Мы решили в 5 утра встать, правда, встали в 6, выехали в 7, пока доехали. И всю дорогу мы так спешим. Ну, хотим там и кофе взять, и хот-дог там еще, и заправиться забыли. Ну, всякие такие мелочи, когда ты с вечера не подготовился. И мы уже приехали на этот курорт, выбегаем, бежим. Все впятером к этому кассе заплатить. Туда прибегаем, там еще очередь. Мы стоим в этой очереди. И мы смотрим, человек, yes, купил. Yes, классно, купил, квил. И видим, что практически все студенты там. И они покупают, купают. И моя очередь подходит. Я даю ей деньги. Она, и этот человек, что на кассе, быстро пробивает, потому что она понимает, что 80. Она тык-тык-тык-тык. О, сори, одной секунды не хватило. Мы такие, ну, может, оно еще там, Wi-Fi не дошел. Ну да, но оно мне пишет, что 8.00. Ну, может, как-то вы дадите уже этот талончик, покажете там, скрин сделайте. Это не я, это компьютер. И ну, видно, что человек переживает и видит нас, бедных студентов, убитых на целый день. Я не помню, мы там на полдня нашкрабали денег, там еле-еле там, что у нас было, что нам на целый день не хватило. Мы не рассчитывали. Мы рассчитывали за $10 кататься целый день, отдыхать. И потом вечером, когда я ехал, мне это местописание пришло на память. В чем лукавство? Ты знал, что в 8 часов
время скажет сори. У тебя был час. У тебя было воскресенье подготовиться, заправить машину, мог кофе, я люблю очень кофе, мог не заехать без кофе, взял бы 8.05 кофе. Ну как утром без кофе? Куча вариантов было, и мы потом сидим, уже в обед закончился наш талончик, уже надо ехать 2 часа домой, до 8 вечера не катаемся. И мы такие, могли без кофе, да, могли. Ну вот как раз эти 5 минут мы бы все пятером и купили. Потом едем, могли без ходов. И там одна девчонка говорит, а могли на час раньше встать. Все могли. Но мы не думали про это. И я думаю, в чем лукавство? Павел это пишет, и Павел это время был в Риме в тюрьме. И он пишет с тюрьмы, дорожите временем, потому что дни лукавые. Я бы хотел, чтобы мы сегодня запомнили 5 лукавств времени. И я уверен, что очень оно поможет нашей жизни всем, и подросткам, и молодежи, и старшим, и среднего возраста. Первое лукавство или такой еще один вопрос я бы задал нам. Как мы считаем в наше время дни календаря и на часах? У кого электронный? Один, два, три, четыре, пять, да? Это сутка, 24. Как календарь считаем? Один, два, три, четыре, пять, 31, месяц. Как года считаем? Ну, или месяцы 12, а потом в годах, сколько Бог нам даст. И проблема или лукавство времени, что оно не идет вперед. Давайте подумаем. Ребенок родился. Он взрослеет или стареет? Если, допустим, у него 70 лет жизни, на следующий день у него стало больше времени или меньше? Оно идет назад. Но мы думаем, что нас вперед. Мне 43 года. Я же такой, мне 43? А мне там осталось, может, 20, может, 30 лет, а может, месяц. А мы считаем время вперед. Все считаем мы. Календарь вперед идет. Мои часы, все вперед, вперед, вперед идет. И это первое лукавство времени. Друзья, считайте время назад. Прожил день. У меня осталось времени на один день меньше. Что-то сделать полезного. Что-то сделать хорошего. Что-то исправить. Окей. Второе, можно сказать, лукавство времени. Мы стоим в очереди. Вы знаете? И вопрос, кто крайний в этой очереди? Наша жизнь, есть очередь. У кого сколько лет есть прожить? Я бы хотел вас спросить, чтобы я занял за кем-то очередь. Кто из вас крайний? Ну, чтобы я за вами стал. Когда у меня, чтобы я посчитал, когда у меня закончится мое время, которая идет назад. Я недавно нашел группу своих друзей, одноклассников в Вайбере. Мне друг скинул. Я их не видел уже больше, почти 30 лет, 20 с чем-то. И мне добавили туда мои одноклассники.
И я такой: привет. Но я их не видел, я когда вообще уехал с Украины. И там на Украине мы уже как все поразъезжались. И я начал там спрашивать всех. И говорю: как там Виталий, как там Вася? Там в группе нас 15 человек, кто собрался. И я за 3 месяца понял, что с 15 5 человек уже нету в живых моих друзей с выпускного. Каждый третий в этой очереди уже ушел. У него время закончилось. Они мои одногодки, они не на 10, 20, 30 лет старше меня. Они мои одногодки. Я говорю: как Виталик умер? Да, там начал пить. Говорю: а что с Васей случилось? Они то знали, бо они были в этом вайбере. Я не знал, и для меня это все шок. Говорит: да, наркотиками начал увлекаться. Поехал там сначала в Италию, там и подсел на них. Потом не вылечился. А что с Лешей стало? Аварию попал. Насмерть убился. А мы думаем, что мы знаем, что у нас есть более-менее 70 лет, да? Мы в очереди далеко. Но проблема, что эта очередь не так, а эта очередь вот так, к смерти. И перед нами никого нету. Кого-то день, кого-то 10, кого-то 30 лет. И очень часто бабушки хоронят своих внуков, дети хоронят своих детей, дети хоронят своих родителей, родители хоронят своих детей по-разному. И это лукавство времени. Что у нас как-то это есть картина, что у нас есть это время в очереди, что-то успеть, что-то сделать, что-то поменять, но мы не знаем. Окей. Третье лукавство – что мы говорим: мы проживем этот год по-новому. Или что-то натворили. Я говорю: Боже, прости, но я этот год постараюсь прожить по-новому. Или что-то там дети сделали неправильно перед родителями. Говорят: я завтра новый день начну с чистого листа. Обман. Не проживете вы по-новому. С чистого листа вы не начнете. Вы вчерашний год не вернетесь. Вы вчерашний день не вернетесь. Вы можете исправить в новом году, да. Но последствия будут прошлого года. Вы можете завтра не сделать ту ошибку, что вы сделали сегодня или вчера, да. Но та ошибка никуда не денется. А мы думаем, что мы можем перелистнули, и у нас Новый год по-новому. Перелистнули, у нас новый день, и все пропало. Но это обман времени. Да, но часовая стрелка, она идет 24, и потом начинается 24. Но у нас жизнь нет. У нас все меньше, 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 меньше времени остается. Последнее, можно так сказать, лукавство времени, что мы не знаем в этой очереди, зачем мы стоим. Зачем мы в этой очереди стоим? У нас есть 70 лет. Что там в конце будет, в 60 лет? А? Стоим в завечности. Так. Эта точка называется смерть, да? Все умрем. Если Христос не придет. Да? До того момента все мы умрем. И мы стоим в этой очереди и думаем, что мы за смертью. И это обман.
Мы вечные. Эта смерть не наша, это смерть времени. Время умрет, а у нас начнется вечность. Это не наша смерть, мы вообще тут ни при чем. Это очередь, только очередь, в которой Бог нас поставил этого времени и сказал: дорожите этим временем и не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавые. И это время получит ту последнюю точку смерти. Но это не наша смерть. Это время или это дьявол хочет нам как-то сейчас навязать вот это, что у тебя есть 70 лет, и ты, кончина твоя по-любому смерть. Я там ни при чем. Вы там ни при чем. Смерть времени, да, но не ваша. Я вам покажу один наглядный пример. Он поможет нам как запомнить эту проповедь. Ну, если кто-то может мне помочь, помоги. Вот смотрите, найди там, да. Представим, можешь садиться. Да-да, размотай я вас, сколько можешь. Представим, что у нас есть такой, сказать, клубок, моток, который никогда не заканчивается. Вот у нас есть начало, да? И он пошел туда, и мы можем тянуть, тянуть. Сколько, я не знаю. У меня тут где-то там фитов, я не помню, купил 20 или 30 фит. Но представим, что когда вы родились, вы этот там вот завязали в роддоме, и сколько бы вы ни ходили, и с этим тянули этот моток, сколько бы вы ни ходили, сколько бы вы ни тянули, год, два, три, десять, он никогда не заканчивается. Этот моток. Начало есть. И это бесконечность. И вы знаете, что в бесконечности наше время? Вот этот красный. Вот это изолентой, что я тут замотал, да? Вот этот красный. Вот это наше время, которое умрет. А мы поживем дальше. Вот это вечность. И мы начинаем. Вот тут. Так, мне надо школу хорошо закончить, мне надо тут училище, там, колледж, мне надо тут жениться, мне надо тут, тут. И мы начинаем на этом кусочке решать, пилить, клеить, менять, двигать шашки вправо-влево. Голова кипит. Мы решаем серьезные вопросы. Конечно, да? Какую машину купить? Вот где-то здесь она. Я уже права получил. Какую мне надо машину? Сейчас мне старший сын там ищет, говорит, это хорошая, это плохая, какой мотор, сколько бензина она ест. Вот тут он решает. У него серьезная дилемма. И у меня она была. А у меня вопрос. А что с этим делать? Что мы сделаем с этим? Всем? Можешь отпустить. Куда мы? Где мы будем это все время? Друзья, я буду тянуть, тянуть, тянуть. Она никогда не закончится. А где мы будем тут определить вот этот кусочек? И мало того, с этого кусочка
отрубите кусочек. 20 лет, если вы 70 лет проживете. 20 лет своей жизни на сон. 20 лет на работу. 4-5, кто как кушает. Лет. И сейчас новое исследование, что 20 лет человек тратит на гаджеты. Телефон, интернет, телевизор, там в кино, компьютер дома, фильмы, movie night. 20 лет. Сколько на работу и на сон, столько и на гаджет. И ты такой 20, и там вот такой кусочек остался. Это надо для Бога что-то успеть сделать. Ну стоп, подожди. Ты сначала реши вопрос с этим нескончаемым куском. Где ты будешь? А ты по-любому будешь или с Богом, или с дьяволом. Серединки нету. И я вспоминаю себя в молодости. Говорю, какой я глупый был, что я так поздно покаялся или не хотел покаяться. Говорил, мне стыдно. Мне стыдно решить этот вопрос жизни моей. Я потом, завтра, послезавтра. Хотя, как мы поняли, мы не знаем, сколько мне той жизни. И мы играем в рулетку с этой вечностью в этом временном участке. Мне хочется кричать до тех людей, которые не покаялись. Говорю, неужели ты такой глупый? Неужели дьявол так легко тебя может покупать на эти фантики, на эти мелочи, что тут тебе дарует там 2 миллиметра какого-то удовольствия, воруя эту вечность? Неужели ты такой беспечный и такой бесстрашный? И такой ненавистник своей жизни, вечной жизни. Давайте мы прочитаем про нашу жизнь, так можно сказать. Может, я такой пессимист? Давайте мы послушаем самого мудрого человека. Псалом 38, 5 стих. «Покажи мне, Господи, кончину мою и число моих дней скажи. Дай мне знать, сколько жизнь моя быстротечна. Да, ты дал мне день лишь на ширину ладони. Мой век, как ничто пред тобою. Поистине, всякая жизнь лишь пар». Действительно, это момент пара. Поистине, всякий человек подобен тени. Напрасно он суетится, копит, не зная, кому все это достанется. И теперь, Владыка, чего ожидать мне? Надежда моя на тебя. Иакова 4:14. Вы даже не знаете, что произойдет завтра. Что такое ваша жизнь? Ведь вы как пар, который не на некоторое время появится, а потом исчезнет. Иакова 4:13. Послушайте теперь те, кто говорит, сегодня или завтра мы пойдем
какой-то город, поживем там год, будем торговать, получим прибыль. Вы даже не знаете, можно сказать, глупцы, вы даже не знаете, что произойдет завтра. Вы даже не знаете в этой очереди, кто перед вами. Может, ты первый на вечность. А ты думаешь, сколько у тебя будет машина бензина кушать? А ты думаешь, покосил ли траву или не покосил? А ты думаешь, какая степень у меня будет там стипендия в колледже? Ведь вы как пар, который на некоторое время появляется и потом исчезает. Скажите лучше, если на то будет воля Господня, то мы еще поживем и сделаем то или другое. Знаете, хорошо, что Бог со своей стороны все сделал для нас, что мы были в вечности с Ним. И Он этот момент выбора в этом коротком промежутке доверил лично каждому. Я не могу выбор сделать за своего сына, за свою дочь. Я бы сделал, конечно, но я не могу. Мои родители не могли выбор сделать за меня. Я помню, у меня мама там чуть не загнала, сейчас крещение у нас. И я там в лагере покаялся, и мама говорит, вот ты покаялся, давай, загнала меня на уроки хрещаемых. И пастор задает такой прямой вопрос. Лично, там было 16 человек, и он лично спрашивает, Оля, если у тебя сегодня закончится время, Бог придет за тобой, где ты будешь вечность? Она говорит, с Христом. Валя, если у тебя закончится сегодня твое время, где ты будешь завтра? Вечность с Христом. Она говорит, если... с Христом. Славик, мой друг, за меня стоит. А я самый последний в этой очереди был. Говорит, Славик, если придет сегодня ночью Христос, или твоя жизнь закончится, где ты будешь эту вечность проводить? И он говорит, с Христом. И ко мне пришла в этом очередь. Говорит, Павел, если сегодня придет вечность в твою, постучится в твою дверь, где ты будешь в это время, в эту вечность проводить? Я встал и сказал, с дьяволом. И все так, 15 человек. В смысле, с дьяволом? Что ты тут потерял? Ты собрался крещение принимать? Но Дух Святой мне сказал, Паша, то, что ты покаялся, ты не покаялся. Покаяние – это поменять мышление, не делать те ошибки, не грешить то, что ты делал вчера, позавчера и год назад. Но посчитать то за мусор и сказать, Боже, прости меня, войди в мое сердце. Я хочу жить по-новому. Я не хочу жить как-то... Я жил вчера. Вот это покаяние. Я понимал, ради мамы я покаялся. Ради мамы я пошел крещение принимать. Но слава Богу, что Дух Святой достучался ко мне. Я бы хотел, чтобы сегодня... Дух Святой к вам достучался, кто еще не принял Иисуса Христа. Есть эта возможность.
И вы знаете, если прочитать Луки, 15 глава, 7 стих, Луки 15, 7, чтобы не быть таким печальным или что. Говорю вам, что на небе будет больше радости об одном раскаявшемся грешнике, чем о 99 праведных, не нуждаясь в покаянии. Вы понимаете, как это серьезно? Ангелы, архангели, когда человек кается, когда он понимает в этом коротком периоде, что ему надо решить время, у него есть время решить эту вечность, и он выбирает ее и решает с Богом, все небеса скачут от радости. Бог радуется, Дух Святой радуется. Иисус Христос не зря пострадал. Кровь он говорит, слава Богу, что я не зря пролил кровь за Пашу. А он не шел в ад. Какая это честь, что наши Божьи небеса радуются одном грешнике. И кто уже принял Иисуса Христа, хотел бы тоже, чтобы в памяти остался вот этот моток. Как мы тратим свое время? И что там останется для небес? А что останется тут на земле? Пусть каждый себе задаст этот вопрос.